В Химках начали подготовку ко Дню Победы. Одна из первоочередных задач – визуальное оформление округа. Совсем скоро его украсят красочные флаги. Ранее провели инвентаризацию конструкций. Проверили опоры и крепежи на фонарных столбах. Сейчас сотрудники комбината по благоустройству вовсю устанавливают флаги на опоры. За один день получается повесить не меньше 50. Погодные условия иногда мешают, когда ветер дует, флаги начинают вырываться из рук. Так, если ветра нет, можно и больше 50 опор. На текущий момент осталось развесить флаги всего на двух улицах – 9 мая и Молодежной.